Друзья, сегодня расскажу о путешествии в город, который вырос из села, когда при Советском Союзе тут нашли нефть. Город, который строили так, чтобы здесь было приятно жить. Сюда приезжали на заработки и оставались. Сейчас на заработки едут уже отсюда. В общем, предлагаю вместе со мной прокатиться через Волгоград на самый север области, в город Жирновск. От Ростова до Жирновска почти 1000 километров. Если не на своих колесах, то путь лежит непременно через Волгоград, где мы, к слову, проведем почти целый день. По автодороге до Волгограда примерно 470 километров, по железной почти 550, но мы выбрали именно ее. Поезда не самый скоростной транспорт, ехать 12 с лишним часов, но есть в этом какая-то особая атмосфера. Садишься в ночь, а потом, взобравшись на верхнюю полку под монотонный стук колес, слушаешь дембелей из соседнего кубрика. Например, о том, как дед обещал, провожая в армию, каждый месяц с пенсии брать по бутылке шампанского. Так что по приезду внука будет ждать 12 штук, как раз хватит на праздник. А утром под бутерброд с кофе смотришь, как плывут мимо бескрайние поля, скромные деревеньки, гладь водохранилища, которое пацан с боковушки настырно называет морем. Да, в поездах определенно есть своя романтика. А ближе к полудню встречает Волгоград. Я ездил сюда не раз, само собой был на Мамаевом кургане и не мог не впечатлиться. А вот почти все остальное как-то не особо цепляло внимание, просто в силу молодости и глупости. Но в этом есть и плюс. Приезжая через время, будто открываешь места заново. А еще держишь в уме, почти все, что видишь, было разрушено войной. Достаточно один раз посмотреть хроники Сталинградской битвы, чтобы понять, какой здесь был ад. А лучше пересматривать почаще, это полезно. И вот, понимая, что практически все эти здания советский народ восстанавливал из руин по чертежам, фото да устным описаниям, начинаешь глядеть на все совершенно с иным чувством, с очень стойким ощущением того, что наши предки действительно любили свои города, хотя куда проще было все застроить типовыми коробками, как это бы сделали сейчас. А нет, историю уважали не только на словах. Ну а утром нас ждал второй бросок, на этот раз чуть меньше 400 километров уже на автобусе, каких-то 7 часов ходу и мы на месте, в Жирновске. Село образовалось тут примерно в середине 18 века, если интернет не врет, первыми поселенцами были мордвинцы и беглые русские крепостные. Называлось село Жирное, а вот городом Жирновском стало в 58-м, через 9 лет после того, как советские нефтяники пробурили здесь первую скважину. К слову, одна из версий появления названия – то, что на земле проступали нефтяные пятна, потому и Жирное. Но к экономике этого места мы еще вернемся, а пока хочется посмотреть на город глазами обычного туриста. Этим мы, собственно, и занимались в самый первый день. Жирновск – город детства моей девушки. Она много рассказывала об этом месте. И от рассказов всегда веяло необычайной теплотой. Казалось бы, про детство же разве может быть иначе? Но приехав сюда, я понял, что когнитивных искажений не так много. Это действительно очень уютное место. Внешне во многом будто застывшее в советской эпохе. В мертвой схватке труда и капитала, как авангард мировой социалистической революции, вы погибли в борьбе с вековыми угнетателями рабочих и крестьян. И никакой новомодной прострации согласия и примирения. Много ли где сейчас, по нашим-то людоедо-вегетарианским временам, такое увидишь?
Жирновск стоит на реке Медведице, да, той самой, о которой так часто вспоминает Игорь Растеряев. Я познакомился с Медведицей на майских праздниках, когда мы с друзьями ездили в небольшой тур по Волгоградской глубинке, правда, преимущественно по югу области, вот не как сейчас. И уже тогда я понял, что пейзажи, связанные с этой рекой, надолго засядут в памяти. О том, как появилось название, есть красивая и очень печальная легенда. У русской медведицы были маленькие медвежата, которых застрелил охотник. Скорбь матери медведицы была столь велика, что ее слезы превратились в эту реку. Если верить открытым источникам, первые постоянные поселения появились на берегах Медведицы в 16 веке, ну а сейчас их само собой множество. Самые крупные – это города Ахтарск и Петровск в Саратовской области, в Волгоградской, Михайловка и, собственно, Жирновск. При СССР на Медведице построили 6 плотин, в том числе ГЭС, ныне заброшенную. Вот это как раз майские кадры из-под Михайловки. Медведица как бы огибает Жирновск, и даже в черте города имеется достаточно красивых, как непременно людных, так и тихих мест посидеть с той же удочкой. Жаль, тут, как и, впрочем, везде, территория пребывания человека привычно отмечена. Река не единственное место, где хочется застыть в моменте. Чуть ли не через полгорода тянутся хвойные посадки, что заложили при советах. За прошедшие десятилетия сосны вымахали в самый настоящий лес. Тут контраст с родным, но таким загазованным и пыльным воздухом Ростова не просто ощутим, а до рези рельефен. Так что хотелось прям надышаться впрок. Уезжая в тот или иной город, я всегда пытаюсь в меру терпения и способностей изучить его историю. Правда, с каждым днем это все сложнее. Информация о том, что было при советах, будто вымарывается с официальных ресурсов. Но тут мне повезло, и на сайте администрации наткнулся не просто на статью, а, пожалуй, целую книгу многолетнего с 51 по 77 председателя райисполкома. Книгу как раз о социально-экономическом развитии Жирновского района, поэтому ниже позволю себе ряд прямых цитат. В начале 20 века экономистом Мальцевым была написана книга под впечатлением увиденного в Нижнем Поволжье, и носила она мрачное название «Край без будущего». Нет будущего у этого громадного степного края и нет при настоящих социальных условиях пути оживить его будущее, писал Мальцев. Как и по всей России, положение крестьян нашего района было бедственным. Они брали в аренду землю у крупных арендаторов казенной земли, помещиков и кулаков по цене от 3 до 8 рублей за десятину. Беднякам своего хлеба от урожая до урожая не хватало, и они вынуждены были продавать свои посевы на корню от 10 до 16 рублей за десятину. То есть большинство крестьян в этом крае жили бедно, и этим активно пользовались те, у кого было больше ресурсов, чтобы самим стать еще богаче. Кажется, вон когда это, а как свежо, да? Но, как пишет автор, уже при советах положение дел не в один день, но изменилось. В 18 году в районе была создана первая коммуна, из которой вырос первый колхоз. И так коллективным трудом сельское хозяйство постепенно поднималось. Потом Великое Отечественное и восстановление после. Но самое интересное началось, когда тут нашли нефть. Снова прибегу к цитатам. Первая скважина на берегу реки Медведица дала нефть в 1949 году. На освоение нового месторождения из Баку, Грозного и других нефтяных районов страны приехали геологи, буровики, промысловики и строители. Надо было размещать прибывающих людей, организовывать транспортировку и отправку продукции. По существу, город построен за последние 20 лет.
Напомню, зачитанные отрывки, а ссылку на полный текст я оставлю в описании. Так вот, текст не современный, а 1980 года. К тому времени уже окрепшие местные предприятия выстроили больше 150 тысяч квадратных метров жилья. И не просто коробок с пивной на первом этаже, а чтобы жить было нормально. Всего для 17 тысяч человек построили две средних школы, школу-интернат, профтехучилище, нефтяной техникум, автошколу, вот этот ДК-нефтяник, дом-интернат для престарелых и инвалидов, поликлинику, больничный городок, 8 детсадов, санаторий, 2 пионерских лагеря. На второй день мы как раз пошли к одному из этих лагерей. Это детский лагерь «Нива», или детский оздоровительный центр, как числится в документах. В советское время это место выстроил местный колхоз, выстроил как лагерь для сельской молодежи. Сюда приезжали дети из окрестных деревень. Само собой, путевки были либо бесплатными, либо за копейки. Тут работали два крупных корпуса, в том числе медицинские профилактории. Здесь дети могли пройти профилактическое лечение, наверное, повторюсь, но уточню, бесплатно. Сейчас оба здания заброшены. А это все, что осталось от столовой и кинозала. А от домиков, где жили дети, не осталось вообще почти ничего. Но это вовсе не уникальная картина. После распада СССР и приватизации предприятий бизнес в большинстве своем стал избавляться от социальной нагрузки. Так в стране закрылись тысячи бесплатных детских лагерей. Исключения, конечно, есть, некоторые работают до сих пор, но не это. Возле Жирновска есть еще один бывший пионерлагерь. Как говорили местные, сейчас там один бизнесмен сделал что-то вроде частного мини-заповедника или зоопарка. Вот это я так и не понял. Но та территория теперь для животных, не для людей. Третий день мы просто бродили по городу в желании заглянуть в те уголки, где еще не были. Забрели в еще одну посадку, где меж сосен угнездился очень аккуратный парк. Парк с самолетом, как говорила моя спутница. Но за прошедшие годы к труженику полей Ан-2, знаменитому кукурузнику, добавили в компанию еще и военку. Так детская площадка теперь проглядывает где-то между пушкой и танком, а аттракцион «Ромашка» прячется где-то за ракетой. Так, сменяя хвойный ковер прожаренным под летним солнцем асфальтом да подкармливая бродячих котов, мы выбрели к нефтяным скважинам, к тому, с чего тут по большому счету все начиналось. Правда, теперь общую нефть качают коммерческие компании, которые вряд ли как в старь построят новый ДК, больницу и так далее. Но даже при таком раскладе местные говорили, мол, очень хорошо, что хоть частники-нефтяники остались, ведь слишком многое после развала Советов просто кануло в небытие. Колхоз, пищекомбинат, хлебозавод, асфальтобитумный завод, цеха знаменитого «Радара», да и много всего еще по округе. Ближе к ночи сосед снизу устроил себе праздник, что слышала, кажется, вся пятиэтажка, в которой мы гостили. Хозяйка вполне обыденно пожала плечами, пояснив: с вахты пришел, гуляет, через пару недель обратно. И как нам потом сказали, вахтовиков тут очень много, но не тех, что приезжают, а что уезжают на заработки. А многие уезжают насовсем, туда, где для них есть работа.
А ведь еще не так давно все было с точностью, да, наоборот. На четвертый день мы решили попытать счастье и найти бывший дачный дом бабушки моей спутницы. Мы знали, что садовое товарищество уже заброшено, но была надежда, что детские воспоминания помогут отыскать дорогу к тому самому участку. У нее рядом с соседским домом стоял, так через забор, деревянные домики стояли. И калина росла в ней. Раньше было принято, что людям, которые приезжают на новое место работать и жить, создают условия. Так что предприятия не только строили целые районы, но и в меру возможностей давали земельные участки. Иногда совсем небольшие под скромные огороды, иногда по 6 соток, вот как здесь. То, что город разрастался, как ни странно, после развала советов, помогло этому месту запустеть. Как мне рассказывали, в 90-е дачи стали просто обносить жители подступивших почти вплотную кварталов. Потом кто-то спилил на металлолом протянутый к каждому участку водопровод. Без полива ни о каком урожае речи быть не могло, а тянуть новые трубы уже никто не стал. Кстати, бабушкин дом среди зарослей и развалин мы вроде бы нашли. Точнее, руины того, что когда-то было дома. Жалко. Заметки на полях первой и последней страниц условного дорожного дневника очень сильно отличаются, но тут, пожалуй, исключение. Мнение не поменяло, Жирновск мне понравился. Просто чем дальше, тем чаще в этом небольшом городке замечаешь отражение противоречий вообще всей современности. Словно фундамент, на котором все строилось, поменял свой химический состав. В городе, где добывают нефть и газ, вечный огонь не такой уж и вечный. Да и вполне душевные слоганы, деловито усевшиеся на крышах советских пятиэтажек, как говорили местные, светились примерно год. Потом стало дорого. Исключение на праздники. Задарма даже прекрасное будущее никто не подсветит и на вечный огонь топливо не пустит. И так везде, не только тут. Вся современность базируется на понятии рентабельности и сиюминутной выгоды, но много ли в истории примеров, когда что-то фундаментальное, способное дать серьезный задел на поколение вперед, строилось на таких принципах? Вот этот город строился точно не так. А потому уже перед тем, как двинуться в обратный путь, пишешь последние заметки на полях. И так и хочется подытожить. Здесь все было. Но в то же время, если смотреть диалектически, кто знает, может, все еще только будет.